В Самаре уже по традиции сегодня, в день сотрудника органов внутренних дел, почтили память тех, кто погиб при исполнении. Цветы возложили к месту трагедии, где 15 лет назад страшный пожар в здании УВД Самарской области унес жизни 57 сотрудников милиции. Большинство фамилий, которые здесь, и сотрудников погибших, они ведь шли потому, что иначе нельзя было защитить, иначе нельзя было. Память о них должна быть. Должна быть. Мы не должны забывать. Недаром говорят, человек жив, пока о нем помнят. Вот сегодня кадеты возлагали цветы. Я думаю, что для них это вот это торжественное мероприятие, связано непосредственно с памятью о погибших сотрудниках, это большое значение имеет и воспитательное значение, и культурное, наверное, значение.